Юг-Дарай, передовые позиции сирийской арабской армии. Репортеру Анна Ньюс рассказали о ситуации на этом направлении. This is the hospital. This house? Hospital. Broken, eh? Yes. What's the distance? In this, hospital, there are Это госпиталь. Там большое скопление боевиков. Мы блокировали группировки бандитов. We shoot them and shoot us. На этой ферме у них тоже есть хорошие позиции. Сегодня они стреляют по нам, а мы по ним. Сейчас армия ведет позиционные бои, выявляя огневые точки террористов и нанося по ним удары. Когда мы с боем продвинулись сюда, солдат обратил внимание на этот брезент. Открыв его, мы обнаружили ход. Он разветвляется на три направления. Мы бросили туда горящие покрышки, чтобы вытравить оттуда паразитов. See it? Zoom. Эти дыры в заборах – это амбразуры террористов. Беспокоящим огнем бойцы заставляют боевиков обозначить себя. Цели успешно поражены. Продолжение наблюдения позволило обнаружить скопление боевиков. И ночью по выявленным целям отработал танк.
Агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Сирия Дарай.